В шикарном концертном зале гостиницы «Санкт-Петербург» состоялся открытый межрегиональный фестиваль «КВН-ВАИ-2014», который проходил 7 октября. Естественно, я обожаю своего ребенка еще и за то, что у меня абсолютно совпадает с ней ощущение жизни. У нее любимая фраза Одри Хепберн: «Больше всего на свете обожаю смеяться. Думаю, что это то, что я люблю больше всего на свете». Поэтому спасибо вам огромное, что я совершенно убеждена, что сегодня мы все будем очень много смеяться, и я очень люблю умный и тонкий юмор, и я этого сегодня жду. Но я вам хочу сказать сразу, вы очень счастливые люди в том, что для меня каждый выход на сцену – это невероятное счастье и удача. Я вам сегодня по-хорошему завидую, что сегодня мне надо сидеть в зале, а не быть вместе с вами на сцене. Это невероятная удача, что есть такая возможность. Но, пожалуйста, вот вам огромная просьба, как у человека, который уже 30 лет выходит на сцену. Даже когда вы репетируете, и вы чувствуете и знаете, что этот номер замечательный, никто не знает, как он пройдет сегодня. И это не значит, что вы что-то сделали не то и не так. Так сложились обстоятельства. Поэтому, что бы сегодня ни было, вы точно внутри себя знаете, что это должно было случиться сегодня и сейчас. А уже быть здесь, согласитесь, что это невероятная радость. Я искренне желаю вам удачи, чтобы оттуда сверху сегодня спустилось и получилось так, как вы это видите, как вы этого хотите, чтобы вам было очень-очень хорошо. Этот момент уже никогда не повторится. Пожалуйста, помните его, это правда счастье. Спасибо вам огромное, удачи! Участвовало 12 команд из различных городов России, чтобы выявить сильнейших, а точнее самых смешных. КВН длился около 4 часов. Атмосфера в зале царила дружелюбная, несмотря на то, что это состязание. Вход был свободный, и каждый желающий мог поболеть за свою команду. Мы на фестивале второй раз, и как никогда настроены на победу. Вы на победу? Да пристрелите меня лучше. Саша, ты зачем его убил? Тебя же посадят. Да! А этого-то зачем? Он мог нас дать. Все участники были смешные и находчивые, но конкурс конкурсом, и победителями стали команды свои из области. И сейчас мы хотим показать вам наш сериал «Свои тараканы», действия которого происходит именно на кухне. Итак, 133-я серия. Так, сын, давай сюда дневник. Чужие дневники, папа, читать нехорошо.